That's what's up, песеры. Я не знаю, с чего начать и что сказать, кроме того, что Эбби Речи Эзи — это тот мэн, который, безусловно, заслуживает того, чтоб его обозрели. Ибо его стиль, статы, спецухи и... фотография? Это все выглядит чертовски заманчиво, поэтому просто погнали его щупать в онлайне. А перед тем, как перейти к обзору, хочу напомнить, что именно благодаря партнерам моего канала у меня, как и у вас всех, есть возможность покупать голду невероятно быстро и, самое главное, без дополнительной платы за оказание услуги. Все цены окончательные, а ссылка на этих бестов находится в закрепленном комментарии. Ставь лайк, если ты тоже подписан на мой канал в Телеграме, а если не подписан, то все равно можешь поставить лайк и пойти подписаться на мой канал в Телеграме. Ой-ой-ой-ой, что-то такое себе начало нам везет. Ну, блядский отскок сопернику на ноги, чисто классика жанра. Получил мяч красавчик, и теперь он попытается убежать в одного, и пока что у него это получается. Здесь обманул чувачка и заработал штрафной удар. Умение бить штрафные 80. Сейчас мы посмотрим, насколько это правда. Да, наверное, все-таки 80, так и есть. Полундра! Соперник летит забивать второй голясо, но наш вратарь сучара с мягкими ладошками. С помощью молчанки нам все-таки удалось пересечь центр поля. Разыгрываем вот такую комбинацию и пау! Эбби Речи Эзи наконец-то, наконец-то, наконец-то! Вот этот пас получился просто шикарным, Дэвид, вот такой вот навес и... Кто это забивает? Это же Лукман! Вышел, разъебал, получается. Чувак суперсаб с крутым стилем, крутой моделькой, крутым дриблингом и всем остальным. Кстати, советую. Дешево, цена, качество. Так, ну такой себе получился дебют. Не самый крутой, но и не самый провальный. Все-таки Эзи удалось забить и немножко показать то, что он умеет бегать и круто держать мяч. Канате хорош в отборе, отличный пас на Эзи, и вообще смотрите, что умею. Вот так вот и вот так вот. Потом сюда по-сетски, там Эзи пока забегает, мы его ждем. Отдаем пас ему обратно и здесь попытаемся как-нибудь обмануть соперника. Допустим, вот так вот и сделать потрясающий навес тоже необходимо. Пау! Наш хедлайнер снова с мячом и занимается тем, что снова обводит соперника. Реально, если не смотреть на имя, то можно подумать, что играешь за Неймара. Сука, два в одного! Это нечестно, это не по-мужски! Да... Блять, что сейчас вратарь исполнил? Я в ахере с него. Читерская добавленная, надо как-то довести мяч до удара и... Сука, почему не сработало-то, а? Это не Эзи, это Дэвид. Он бьет в упор и вратарь сучара выручает? Сейчас замутим красивую комбинацию. Тут Рахим Стерлинг, блять, да какая нахуй штанга? Вижу, Эзи набегает, пространство есть, удар есть, и он снова, сука, прямо во вратаря, блять! Статы, конечно, хорошие, но я думаю, по игре мы все-таки не заслужили победу. Поэтому, ладно, забыли, двигаемся дальше. На удивление, геймплей хорош, ничего не лагает, а вот здесь вот Эзи получает мяч, и сейчас посмотрим на его подкрутку. Ну, такое себе на самом деле. Братишка Эбби Речи, а что у тебя по навесам? И... понятно, в этом матче вратарь будет тоже какой-то охуевший. Стерлядь налево, отлично, никто не перехватил. И вот здесь попробуем ошеломительно. Заебись, угловой. Сука, нанес удар, так, отскок в нашу сторону. Эзи, бау, забивает в ближку. Хорош малой. Наконец-то мы все-таки смогли пробить этого вратаря. Казалось, что это невозможно, но для Эзи нет ничего невозможного. Сказал я, и сейчас, блядь, больше ни разу мы и не забьем.
Ой-ой-ой, нахуй иди, это наш мяч. Так, Эзи и... Вау! Снова залетает Блишко! Наконец-то мужчина завелся, наконец-то он показывает, кто он есть на самом деле. Помимо крутого дриблинга, крутой модельки, помимо того, что он очень быстрый, он еще, в принципе, достаточно забивной мэн. Но как минимум Блишки, походу, это его какая-то коронная фишка. Хороший прием, пас не кривой, и это уже, в принципе, можно считать успехом. Так, давай, Эзи, посадил мужичка там на жопу, заходит в штрафную, и подкрутка. Ну, может быть, на! Пау! Получай! Камерунский пас в деле! Соперник сейчас должен, походу, уже выходить, ну, потому что 3-0, когда Эзи заряжен вот настолько, это, по-моему, уже все, в принципе, ловить здесь нехер. Пас на Эзи, опять не криво, я опять чертовски удивлен, и, сука, нас останавливает защитник, но вот отсюда мы сможем, ничего не сможем, но хочу сказать точно одно, что управлять этим крутым пацаном реально одно удовольствие. Действительно, он какой-то английский Неймар. Ну все, это хэт-трик. Это, безусловно, с уважением к сопернику мы празднуем. Но, блин, как же я чертовски рад, что эта машина наконец-то завелась. Опять точный пас? Да что же за удивительный день? Так, Эзи разгоняется, Эзи уже в штрафной, Эзи Блишку не забивает. Отвечаю, пацаны, кому не удалось поймать эту карту, просто купите его дефолтную ЗГП, вы поиграете, 100% кайфанете и подумаете, черт побери, какого хера я раньше его не юзал. Так, а сейчас тоже пройдет? Охуеть, это сейчас тоже прошло. Так, Эзи просто нахер не замечает этого повара. И створ ворот он тоже, сука, не замечает. Рахим все еще в порядке, пространство до херища, и мы сделаем вот такой вот обманный пас. Пиздец какой-то, что происходит в этой катке? Да уж, первый тайм получился хейтерам на радость, но я думаю, любой адекватный человек понимает, что это сучий гандикап. По факту Эзи должен был забивать как минимум дубль. Хорош, теперь давай на разгон, сука. Ну, вот платит за свою резкость этот молодой человек. Так, а вот здесь, я думаю, мы сможем улететь в контру. Главное не спешить. Давайте, мальчишки, забегайте. Прекрасный пас на Стерлинга. Нужно отдавать вовремя. И вот здесь вот ошеломительно. Пау! Ху-ху-ху-ху-ху! Не помог тебе гандикап, сучка. Блин, было бы очень сильно красиво, если бы этот гол случился на 90+. И тогда бы на этом можно было бы спокойно заканчивать ролик. Лысый мудила, только не свисти. Эзи получает мяч, Эзи в штрафной, Эзи бьет и Эзи забивает. Ху-ху-ху-ху-ху. Дубль, охеренно. Просто потрясающий момент, на котором можно все заканчивать. Просто потрясающий момент, чтобы подвести итог. А итог здесь очевидный. Эберечи Эзи — это просто ебейшая имба. По факту, называя его английским Неймаром, это вообще никакое не преувеличение. Это по факту так и есть. Братишку Эзи можно описать 3 пунктами. Он очень крутой, очень крутой и очень крутой. Всем спасибо за внимание. Всех обнимаю. Услышимся, когда услышимся. Душниво жмет на диск, ведь его бесят киберспорт, юмор и киберспорт песни. А каждый топ-мен знает это бист. Привет, здесь ставит палец вверх после Дэдс Васап. Бессеры.